Продажи серии Galaxy S20 были немного разочаровывающими, а пандемия усугубила проблемы Samsung в прошлом году. В этом же году Samsung ожидает более высоких продаж от Galaxy S21. Сейчас сообщается, что предварительные заказы на новейшие телефоны компании выше, чем на Galaxy S20. Согласно отчету, поступившему из Южной Кореи, предзаказы на серию S21 примерно на 15-20% выше, чем на серию S20 в Южной Корее. Представители отрасли отметили, что спрос на разблокированные устройства S21 утроился по сравнению с S20. Разблокированные — это значит смартфоны, которые не привязаны к мобильным операторам. Вы можете туда вставить любую сим-карту и пользоваться любым оператором. Однако предзаказы у местных операторов мобильной связи не увеличились по сравнению с прошлым годом. В прошлом году предзаказы на разблокированные устройства составили всего 10% от всех предзаказов. В этом году предзаказы на разблокированные смартфоны S21 составили 30% от всех предзаказов в Южной Корее. Чтобы привлечь больше людей, в этом году Samsung добавили более привлекательные варианты цвета, в том числе добавив пользовательские варианты, и снизили стартовую цену на серию S21. Кроме того, Samsung предлагает бесплатные беспроводные наушники серии Galaxy Buds и Galaxy Smart Tag в подарок. По оценкам Counterpoint Research, продажи серии S21 будут выше, чем серии S20, но она все равно не достигнет популярности серии S10. Народ, дайте мне узнать в комменты, кто из вас уже сделал предзаказ и на какую именно модель и цвет. Будет интересно узнать. Как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро в следующем видео. Будьте здоровы и всем удачи!